Сейчас вы откроете тетрадки и будете записывать, как стать артистом, то вы ошибаетесь. Это совершенно не так, как вы можете себе представить в первую минуту, что сажают за парты и говорят, вот так надо. Этого не будет. У каждого свой путь и только опыт. Поскольку вы совершенно... Лето, подарок природы, радует теплой погодой. Июльский вечер не погасит в этом сне. Но кто-то простит, кто-то поймет, но от меня... Понимаешь, надо что-то делать, это же, ну... Как вы круто берете. А почему нет? А чего у вас сцена, это для того, чтобы что-то сказать, понимаешь? Надо что-то делать, это же, ну... Это еще, мы же еще и воспитатели. Мы же проповедник. Если вы из этого масштаба, этого явления, как выход на сцену и общение с людьми, если вам дается такая возможность, если вы хоть на 20% дадите им человеческого... как бы сказать, вот своего... То есть вы как-то часть отдадите себя для того, чтобы сделать кого-то лучше или кому-то... И «Фабрика звезд» — это был очень хороший шанс. Тем более там был продюсер Виктор Дробыш. А почему вас до этого не взяла Пугачева? Я хотела очень попасть к Алле Борисовне. Она сказала, что я интеллигентная. Я слышу, что она... Я несла свою беду по весеннему пальто. Подломился лед душа, оборвалась камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, да за острые края задержалась, да за острые края задержалась. Вы такое связующее звено между небом и сердцем человека, что вам это плохо делать нельзя. Где? It's hard to love him, that my heart just won't let me be right, 'cause I'm drowning. Living now.
вот цепляет. Ничего не могу сказать. Есть два типа артистов. Это уже жизнь показала. Одни идут отдавать себя людям, чтобы им было лучше, чтобы проболеть их какие-то ситуации, там, боль, радость. И все вот это отдают, что вот у них есть, для того, чтобы они были счастливы, люди в зале. Огни.